саженцы сирени и обыкновенный маршалл-лан высаживают в плодородную, удобренную гумусом почву, расположенную на солнце или в полутени. Желательно, чтобы под выбранным для посадки местом было низкое стояние грунтовых вод, цветочки лилового оттенка с осветленными кончиками, их лепестки немного изогнуты. Соцветия довольно большие и полумахровые. Уход за сиренью обыкновенный маршалл-лан такой же, как и за большинством сортов, необходимо выполнять умеренный полив и ежегодную санитарную обрезку. Сирень обыкновенная маршалл-лан – это кустарники высотой 250-500 см, диаметром 150-200 см. Цветет растение в месяц май, июнь, окраска цветка голубовато-лиловая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.